Йоу, друзья, с вами я, Домер, и сейчас 2 часа ночи, у нас получается поезд в 4 часа, это прям огонь. И мы отправимся на видеожру в Днепропетровске. Это реально, ну типа круто как бы, да? Но спать капец как охота, ребят, вы просто не представляете, как меня гонит ко сну. Я еще для вас заснял крутой видос, так что... Сейчас сидел, монтировал, и все готово, а спать очень хочется. Вы не представляете, как. Я не знаю, как я буду завтра выглядеть, но, скорее всего, как сосиска. Да, чем? Я думаю, я продолжу уже, когда буду в самом Днепропетровске, либо же на видеожире. Как-то вот так вот. В общем, ребята, мы уже на видеожаре, и здесь реально очень много народу, это просто попа какая-то. Да. Я вам постараюсь показать что-нибудь интересное, но я этого обещать не буду. Я постараюсь. Да. To say the words you remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Короче, ребята, мы сейчас находимся на первом этаже. Здесь у нас какие-то очень крутые зоны. Уже здесь нету. Так вот, я вам сейчас что-то покажу. Здесь у нас, в общем, плывет чувак. Он не плывет, он скребет. Гениально, смотрите. Ребята, этот человек... Решил немного съесть шаурмы, и, в общем... Небольшой эффект на штанах. А что там что? Это не то, что ты подумал, братан. Ладно, я понял. Все, баналь, тебе понравилось? Баналь, скажи только честно. Понравилось? Понравилось, да? Не, ну я вижу прям. Ребята, какой-то подписчик написал мое название канала вот тут вот. Это здорово, да? Скажи, это здорово. Скажи, это здорово. Скажи, это здорово. Это здорово. Это здорово, согласен. А, в общем, ребят, сейчас мы с этими людьми станцуем наш коронный танец. Все готовы? Все готовы? Окей, сейчас начнем. Присматриваться к хейтерам как-то смешно, я не знаю. Ну, если ты будешь постоянно грустить и думать, блин. Ребята, всем здравствуйте. Так, ты не против, я тоже снимаю. На этой, ребята, замечательной и чудесной ноте видеожара заканчивается. Это было реально довольно круто. Мне прям все понравилось. Прям мега все. Мама, я в капюшоне. А, это Саша. В общем, короче, если что, это может быть пока, может быть не пока. Возможно, мы сейчас поедем дальше развлекаться и будет продолжение влога. Так что как-то вот так вот. А вот на нашей компании пришел. Айрончик и... Бурятина. Все, мы продолжаем наше приключение. Сегодня, друзья, я вам покажу наш замечательный номер.
Все будет очень кратно и понятно. В общем, раз кровать, два кровать, три кровать. Это у нас вешалка. Потом дальше мы идем прямо, просто идем по прямой. Спотыкаемся об кровать, все нормально. Потом смотрим в окно. Видим только то, что здесь, ну, некрасиво. Относительно хорошо. Также у нас в гостях есть люди. Поэтому номер замечательный. Честно говоря, я вообще без понятия, откуда они тут взялись, но окей. Я вам сейчас покажу. Откуда мы взялись, туалет, да? Показывать не буду, потому что я думаю, вы знаете, как все туалеты выглядят. И типа, самое главное, это ван. Душ. Все очень просторно. Вот у меня есть ключик. Все. На этом все. А, точно. У меня шкаф еще есть. Это зеркало. Я в нем отображаюсь, потому что я не вампир. Это тоже вешал. Все. Теперь вы, друзья, знаете, где я живу. Приходите. Улица будет в описании. Компьютера, к сожалению, нет, есть зато телевизор. Собирайте. Все. Всем. А, мы еще не прощаемся, да? Ребята, пока мы заряжаемся. Я решил этим молодым ребятам показать очень опасный трюк, который они, скорее всего, не повторят. И сейчас я вам его покажу. Подожди. Буры, что, ты готов? Я готов. Мы все готовы. Короче, сейчас ставлю камеру на холодильник и показываю. Йоу. Короче, ребята, в чем заключается сам трюк? Давай, это когда помнишь, Саша, клип? Да. Ползком по футбольному полю. В общем, ребята, в чем заключается суть нашей рубрики? У меня сегодня в гостях... Черепашки-ниндзя! И сегодня ихняя задача повторить... Вот такой вот замечательный трюк. Отойди, пожалуйста, отойди. Я занят. Я занят. В общем, короче, делайте это все вот так вот. Вот так вот. Назад я делать не буду, потому что я руку шел. Давайте, поехали! Каждый это делает. Давай. Мне без штанов легче будет. Есть шорты? Есть шорты? Давайте. Это, ребята, новая рубрика на канале. Проверка на скайварсеров на скилл. На скилл. Давайте. За какую удобнее? Ну, я вот берусь вот за правую. За правую? За правую пальчик, да. Опа! Почти получилось. Давай. Давай обратно надо. Почти. Процесс здесь. Давай. Ребята, делаем ставки, кто из них первее сделает. Давайте. Опа! С первого раза, братан. Ну, в принципе, да. Если не учитывать, что он за камеру дубил. В принципе, лайк. Бур, давай, Бур. Это же? Да. Если я пойду, вы скоро мне вызовете? Нет. А пацаны, лайк за Айрона. Давай. Айрон кибок. Опа! Остался Саня, да? Ребят, Саня ушел, короче. Саня готовит. А, Саня. У Тесла Тала. Саня, тут каждый повозился нормально. Сейчас. Давай, Саш, давай. Поэтому Тесла... Саш, камера ждет. Что номер любит делать? Давай. Подожди. Кстати, на эту ногу у меня травма. Давай. О-ля-ля. Я боюсь. Можно мне коврик хотя бы подзелить, чтобы падать было не больно? Всем пупсики. Я боюсь. Сань, давай. Я тогда укачусь. Сейчас палец оторвет. Давай. Я боюсь. Саш, не стой, я снимаю. Если что, все будет засняться. Кляши, да, будешь меня ловить. Давай. Не стыкну будет. Не получится, не судьба. Домер батут. Тихо. Матрас. Чему матрас? Давай, Саш, прыгай. Помнишь, как мы... Красава. Ура, я боялся. Мы жопа, танцы джак. Вы камеру ставите на заряд. Уже все. Уля-ля. Саша, поставьте камеру на заряд. Надо еще. Сережа. В общем, челлендж был успешно пройден. Да. Ют мне покой. Твои ладошки стертые, я точно не себе. Номер новый Элдрей. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your...
общем, ребят, на такой чудесной и замечательной ноте наш влог, так сказать, заканчивается. И сейчас 5 часов утра, и пора возвращаться домой. Огромное спасибо, если вы досмотрели до этого момента. А с вами был Домер. Элвета. Да, вон он. Всем ахвидарчи, друзья. Всем пока. Можете еще там подписаться, колокольчик поставить и напишите в комментариях, хотите ли вы еще непосредственно влогов. Да.